Уральский «Трубник» готовится к старту в чемпионате России. Свой первый матч сезона хоккеисты с мячом из Первоуральска проведут уже в пятницу. Подробности в материале событий. Первая тренировка на большом льду. Особое внимание уделяют отработке бросков со штрафной. Главный тренер Алексей Жеребков объясняет своим подопечным, как успешно реализовать голевой момент. До старта чемпионата России у хоккеистов с мячом из Первоуральска остается 4 дня. Вот эти моменты чувствуют, когда себя предложить. И опять же предлагаю себя диагонально. Потому что у тебя некоторые моменты рано, а некоторые моменты наоборот. В этом сезоне команда «Уральский Трубник» предстает в обновленном составе. Главные надежды тренерский штаб возлагает на вновь прибывшего форварда Сергея Почкунова. Воспитанник местной хоккейной школы в прошлом сезоне выступал за нижегородский «Старт», став лучшим бомбардиром команды. Здесь потому что все свое. Я говорю, здесь много ребят, с которыми с детства даже начинали в детский хоккей еще играть. В детской и юношеской школе в Краснотурецке. Так что все свои. Приняли хорошо. На уральских хоккеистах сейчас двойная ответственность. Задача минимум – попасть в плей-офф чемпионата России. К тому же в 2017-м клуб отметит 80-летие. Тем временем команде не удалось провести тренировочный сбор на выезде. Готовились в Первоуральске на чужом льду. Единственное, немножко с подготовкой у нас не получилось. Льда не было большого. Это самый больной вопрос. И он, как он решается? Он уже несколько лет, по-моему, в одном состоянии. Пытается что-то сделать, но вы видите... Пока не получается, в связи с проблемами экономическими, наверное, еще с какими-то. Впрочем, возможно, уже скоро структурные изменения в областной федерации хоккея с мячом решат проблему первоуральцев. Сейчас в организации идут переговоры о привлечении новых спонсоров в клуб. Татьяна Медведева, Елена Халутерных и Николай Косарев. События ОТВ.